Как только выйдете за порог этого кабинета, вы люди президента. Вы осуществляете его политику. В противном случае не надо соглашаться и идти на эту должность. Мою политику вы знаете. Если я где-то буду говорить не так, и я буду неправ, вы мне скажите сразу. Решение принято, промолчали, исполняйте. Это касается всех. Что касается ректоров, это особые люди. Это люди, которые куют будущее нашей страны. Элиту нашей страны. Это будущие классные, я надеюсь, специалисты, без которых не может развиваться ни одно государство. Поэтому я уделяю особое внимание работе с ректорским составом страны. Мне прежде всего нужен порядок. В вузах должен быть порядок. Студенты – вольнодумцы. Мы сами такими были. Не знаю, как вы, а я-то точно. Поэтому не надо в них эту жилку и струнку душить. Но их надо воспитывать патриотами нашей страны. Чтобы не получилось так, что мы тратим здесь деньги на их воспитание, завтра они завернулись и работают неизвестно где. И толку от этого в стране нет. Будьте очень аккуратны и осторожны. Будьте справедливы. Ну и последнее, я всегда ректорам завидую. Для меня, вот я считаю, что это самая прекрасная должность для человека. Ты преподаватель, и ты в то же время руководитель этих преподавателей. Я скажу вам откровенно, как попал в вуз, я с тех пор считаю, что вот ректор это вершина всего. Вот у меня такое мнение сложилось. Поэтому цените вот эту должность и соответствуйте по самым высоким стандартам.